Я снова повторяю один из прошлых своих сюжетов, и делаю я это, конечно же, не просто так. Последние несколько месяцев я записываю свой онлайн-курс, где решил собрать самые полезные видео для обучения портрета, и особенно техники через пятна. Для этого я выбрал несколько простых сюжетов, но в то же время эффектных, и выглядят которые довольно современно, для того, чтобы их с удовольствием можно было повесить у себя дома или подарить кому-нибудь. А также я повторил несколько своих самых популярных сюжетов, которые я продавал несколько раз, делая копии этих сюжетов. В итоге практически все эти сюжеты очень круто залетели в рекомендации в соцсетях. Это сюжет «Как рисовать волосы», сюжет «Девушки с цветком», сюжет «Негритянок». Все вы их можете увидеть в ленте. И все они будут в моем новом онлайн-курсе. В общем, скоро с удовольствием анонсирую вам его.